друзья, меня зовут Виктор. В этом видео я хочу показать свои первые посылочки, которые я получил с AliExpress. Здесь я даже не знаю, что внутри, поскольку только что забрал с почты, и я жду несколько посылок, поэтому какая из них все-таки доехала, я не могу сказать. Но сейчас откроем, посмотрим. Но прежде я хочу выразить благодарность Александру, его каналу «Все о хобби». Именно благодаря его ссылкам, его, так сказать, пинкам, я наконец-то зарегистрировался на AliExpress и сделал свои первые заказы. Ссылку на канал Александра я оставлю внизу под видео, так что обязательно после просмотра зайдите, подпишитесь. Он тоже обозревает интересные всякие товары для моделистов с AliExpress, а также показывает интереснейшие стройки моделей в 35-м масштабе. Давайте посмотрим, что у меня здесь. Такой вот конверт внутри с пупырчатой пленкой. А это приехал комплект кистей. Так, кисти вроде бы одинаковые. Да, это все кисти 3.0. Давайте посмотрим одну любую. То есть мне вот как раз для тонкой работы с моделями, для работы с тонкими деталями и для фигурок очень важны вот эти вот кисти, а они очень быстро приходят в негодность. Волос ломается, разлохмачивается. Так что вот я думаю, такой вот комплект из 10 тонких кистей мне будет в самый раз и надолго хватит. Судя по отзывам, они довольно качественные, так что я надеюсь, не разочаруют. Вот такой вот, как видите, аккуратный пучок. Каждая кисть имеет защитный колпачок, так что надеюсь, работа с ними будет приносить удовольствие. В целом, первое впечатление приятное. Ну, уже в процессе стройки, покраски своих моделей я уже буду давать о них более такой объективный отзыв. Так, и вторая посылка, второй конверт, правильнее сказать. Цанговый нож. И набор дополнительных лезвий. Ну что ж, прощай, канцелярский ножик. Я перехожу на более профессиональный уровень в этом плане. Замечательный цанговый нож. В принципе, здесь ничего такого изобрести, наверное, нельзя. Вращающаяся, собственно, цанга, лезвие, которое в нее вставляется, подходит как для лезвий различных форм, так и для модельных пилочек. Проверим прямо на этом конверте остроту лезвия. Вот. Легкий нажим кончиком, отлично режет. Так, здесь это набор, я так понимаю, тот, который шел в комплекте. Здесь лезвия разной формы, также запасные остроконечные лезвия. Вот такое вот полукруглое, стамесочка небольшая. Такой вот запасной наборчик. И во втором футляре это просто отдельный набор, набор остроконечных лезвий. Тоже все это добром не обошлось довольно дешево, буквально около $1,5–2. Ну, действительно, в магазинах модельных, в магазинах констоваров, ну и прочих магазинов для хобби, которые встречаются в наших городах, такой нож и такие лезвия будут стоить гораздо дороже. Вот это то, что меня удивило на Алиэкспрессе, это вот когда покупаешь какую-то вещь за доллар, доставка бесплатная. Честно говоря, вот именно из-за доставки часто в интернете и не приобретаешь какую-то мелочь, поскольку тогда только сама доставка выйдет дороже того, что тебе нужно. Но вот на Алиэкспрессе прямо так удивительно, что вот даже с Китая какой-то мелочный товар стоимостью в $1 вот бесплатно доставляется. Очень здорово, очень удобно. И, кстати, эта посылка ко мне приехала довольно быстро. Меньше месяца, по-моему.
Так что я очень доволен и самим приобретением, и сроками. Рекомендую вам тоже воспользоваться Алиэкспрессом как раз для вот таких вот расходников, инструментов и всякой мелочи. Наверное, это будет лучший выбор. Так, ну что ж, на этом я свой такой небольшой обзор посылок заканчиваю. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, это видео оказалось вам полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте зайти на канал Александра и тоже подписаться. Всем спасибо за внимание. Всем пока.